Добро пожаловать в сказку! В Самарском городском парке открылась необычная выставка фонариков, посвященная известным персонажам из мультфильмов и сказок. 24 завораживающие экспозиции, состоящие более чем из 230 световых арт-объектов, стали настоящим украшением города. Мировая выставка световых инсталляций «Фестиваль волшебных фонарей» проходит этой зимой в Самаре впервые. В нашем парке Юрия Гагарина выставка оказалась путем достаточно длительных переговоров. С прошлого года вынашивали мы эту фантазию, эту мечту, потому как вот именно такого плана развлечений в новогоднюю пору, да, в пору, когда работают катки, горки, колесо обозрения, вот именно такого плана развлечений нам как раз не хватало. Уже с первых минут гости фестиваля могут погрузиться в сказочную атмосферу, созданную магией огней. Это захватывающее путешествие в мир детства. Инсталляции, созданные по мотивам русских и мировых сказок, способны вызвать искренний восторг как у детей, так и у взрослых. Ну, идея вообще возникла, конечно же, на платформе мирового известного явления, скажем так, как китайские фонари. В Китае очень популярны подобные инсталляции в виде подсвеченных фонариков. Поэтому наша идея была такова, что изобразить в этих арт-объектах непосредственно российские мировые сказки. Для создания арт-объектов использовали сотни метров атласной ткани, тысячи диодных лампочек и километры светодиодной ленты. Ручная работа российских и белорусских мастеров, внимание, уделенное каждому элементу, превращают фигуры в воплощение чуда. Чтобы посетители могли полностью погрузиться в атмосферу сказки волшебства, у каждой скульптуры есть тематическое музыкальное оформление и аудиогид, доступный по QR-коду. Посетить фестиваль волшебных фонарей можно до 12 марта следующего года. Сказка готова приоткрыть свои двери после захода солнца. В будни, кроме понедельника, с 18:00 до 22:00. В выходные с 17:00 до 22:00. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.